Всем здорово. Сегодня Стас перевоплотится в охранника, а я буду говорить ему в рации всякие забавные абсурдные вещи. И посмотрим, как на это отреагируют люди. Поехали! Ну, поехали. Стас, ты здесь? Да, что такое? Можешь мне, пожалуйста, подменить на 4-м этаже? Нахера? Да ко мне тут девчонка приехала, я просто блондиночка-то, помнишь, которая, блядь, такая сисястая, с грудями огромными, блядь. Я хочу ей раздевалочки показать, блядь. Пиздец, просто срочно надо, она скоро уедет. Ну, я еще 15 минут, у меня смена. За 15 минут это дохера, Стас, пожалуйста, блядь. Я за 15 минут сам, блядь, справлюсь с рукой вот этой своей, нахуй. Позадавай, пожалуйста, там такие сиськи, блядь. Стас, я не могу, нахуй. Сейчас я спущусь, я тебе наберу. Она мне уже вон сиськи присылает, блядь. Пиздец у нее. О, давай быстрее. Да, я тебя понял. Давай, жду. Тарсян, замени меня, пожалуйста, на первом. У меня днище рвет, что я поотсырусь не могу. Блядь, да тихо ты, я в зале. Пожалуйста, возьми туалетку, она мне... Да, блядь, тихо, я тебе говорю, я в зале. В зале? В зале, да. Срочно сейчас, помоги. Стас, ты здесь? Да, что такое? Блядь, Стас, у меня, короче, такая ситуация неловкая. У меня хуй целый день прям стоит, я, блядь, не знаю, что делать. Чё у тебя? У меня хер целый день стоит, блядь, вот стою я на посту, и у меня хер стоит так же, как и я, блядь. С места не сдвигается, я вообще не знаю, что делать. Говорят, ты, блядь, у тебя была такая ситуация, помоги. Ну я тогда бабку представлял с волосатыми ногами, ну вот жесткими такими. Попробуй. У меня еще больше встал, блядь, теперь вообще все люди на меня смотрят. Ну, я не знаю, тогда придумываю сам. Также не забываем, что спонсором данного ролика является компания OneX, которым характерны такие черты, как надежность, широкий спектр событий и просто моментальные выводы. Все ссылочки найдете в закрепленном комментарии. Также по промокоду Стас, бонусы при регистрации. Все, бонусы скорее получать. А мы идем дальше. Блять, Стас, нахер вчера столько крыльев этих съели, у меня очко пи***ц как горит. Просто, блять, я не могу. Так потому что молоком запивать надо было, как я. Да пи***ц, у меня очко горит, я, блядь, чем только уже его, блядь, не брызгал. А чем ты брызгал? Блядь, чем только не брызгал, поверь, братан. Ты говорил, молоко пить надо, чё ты так плохо-то? Бля, я не знаю, брат, больше мы там не едим. Ну я с хуй не едим. Я тебе сразу говорил, это гнилая тема. Я помимо того, что подсрался, так оно мне еще и горит, блядь. Слушай, короче, на третьем этаже 4 у Delivery Club костюма ходят. Они, значит, вещи воруют из магазина. Можешь их проверить? Я сейчас еду возле Delivery Club. Сколько их там? 5 человек, да? Да, что такое? Сумки, они с вещи, кажется, воруют из магазинов, блядь, и продукты из Ашана пи***ят там, нахуй. Дошираки всякие и так далее. А вот этот зеленый, это что такое? Гопчик. А у тебя? Всех только проверь и доложи, как там обстановочка будет. Зонт не крали? Нет. Чего не крали? Слушай, если они сперли, мы их сейчас сразу вызываем, значит, и увозим. Что случилось? Ты всех проверил? Говорят, крадут кто-то из Delivery Club. Сейчас проверю, сейчас. Вот тут какие-то тапки. Тапки, а что, он без тапок ходит, что ли? А, нет, с чеком, все нормально, ладно, все нормально. Так, все, проверил, вот тут. Да пусть они камеры посмотрят. Все, скажи им, чтобы похавать. Они говорят, они сейчас вас разъебут все впятером. Говорят, так дела не делаются, что они сейчас вас наказывать будут. Скажи, мы сейчас тут их накажем, тут уже вот ребята подъехали. Идите, чтобы это, без кипиша, все, давай. Говорю, прикинь, Стасян, блядь, тут, короче, сейчас в историю мужик в очке, блядь, айфон вынес. Мы просто тут в хуй все. В смысле, блядь, в очке? Блядь, телефон и вынес, это пиздец. Стой. Подожди, а как оно влезло? Да я ебу, что ли, он прям с коробкой, блядь, вынес, ты прикинь, нахуй. Здесь на первый этаж, посмотри, там у него, блядь, все очко раздробленное, блядь. В смысле? Я знаю, блядь, ты хочешь сам иди посмотри на первый этаж, спускайся. У рестора? Блядь, Стас, прикинь. В зале опять кто-то насрал за манекен. Ты, блядь, тихо, я в зале уже. В смысле в зале? В зале я уже. Там
насрано так, что пи***ть. Блядь, говорю, в зале я. Сейчас, короче, нам в голову пришла такая идея. Мы будем преследовать девчонок, которые идут с определенными пакетами определенных магазинов. И будем говорить, что, типа, в этих магазинах установили, именно в этих магазинах установили камеры. И посмотрим на их реакцию. Да, ты тут? Да, что такое? Блять, давай к нам быстрее в коморку дуй. Тут, короче, камеры в Дзенисе прям в раздевалке поставили. Кто такие сочные девки? Давай быстрее, мы тут с мужиками уже все сидим, блядь. В смысле скрытые, как скрытые? Да, блядь, Сёма поставил сам, короче, скрытые камеры на монитор и вывел, блядь. Сидим, смотрим на девчонок. Давай к нам скорее, блядь. Подожди, а вы сейчас в коморке, я не понял? Да, мы в коморке, блядь. Быстрее гони к нам. Давай, иду. Сосян, я занимался ходить. Погнали, пухнем уже наконец, блядь. Так я ж тут в зале еще. Блядь, беги быстрее в коморку, набухаемся сейчас, как твари, блядь, будем ходить. Че ты орешь, я в зале говорю. Че, пошли, блядь, нажремся, блядь, там самогонка, пи***ть какая, блядь, Диман привез. Я тебе говорю, я в зале сейчас. Я пи***ть занимался, я хочу нажраться уже, блядь. Каждый день здесь я, сука, хожу, как долбан. Стас, ты здесь? Да, что такое? А ты помнишь, что у нас есть такая тема, что лучший комментарий за первые 2 часа получает 5000 рублей? Ну да, и что? Ну и какой комментарий выиграл? Ну вот этот вот. Что, он получает 5000 рублей, и мы продолжаем дальше? Ну да, как иначе. Стас, ты где? Я сейчас где рис, вот это, макароны. Блядь, давай, дуй, короче, в хлебный отдел, там такие сиськи стоят, блядь, заценишь. Давай быстрее, Стас. Чё там? Да я по камерам смотрю, там такая тёлочка, блядь, с такими сиськами здоровыми, блядь, прям. Иди зацени, как она вообще. А где? В хлебном отделе, блядь, иди в хлебный отдел, там сиськи, блядь, здоровые пока. Понял. Переходит в другое. Стас, ты здесь? Да, чё такое? Блядь, у тебя не было такого, что вся жопа зудит, блядь, прям пи***ц чешется, не знаю, что делать. Чего у тебя чешется? Очко, блядь, чешется, все, сильно, Стас. Нет, не было у меня такого. Я не знаю, что делать, я, блядь, чем только уже не брызгал, блядь, чешется сильно очень. Не знаю, детским кремом помажь. Да я не знаю, у меня просто чешется, я стою на смене, так почесал, сяк почесал, блядь, нереально сильно, блядь, я не знаю, что делать, меня так и комары кусают, не так чешется, блядь, как сейчас чешется. Не знаю, маслом подсолнечным намажь. Стас, ты здесь? Да, что такое? Все, давай, заканчивай наше совещание. Принял, ладно. Хотелось бы, чтобы ролик был подольше, но вы сами все слышали. Поэтому всем спасибо за просмотр. Под прошлым роликом победили вот эти комментарии. Они получают свои денежные призы. Если хочешь выиграть и ты, то пиши комментарий под этим роликом. Я выиграл лучших. И отправим честно заработанные денежки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Стас Ёрник. Всем пока. Всем пока.